В исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов. Сотрудниками исправительной колонии номер 10 в ходе обследования периметра учреждения был обнаружен и изъят сверток, в котором находились два сотовых телефона, две сим-карты и картридер. Сотрудниками исправительной колонии номер 18 при досмотре вещей жительницы Москвы, прибывшей на длительное свидание к осужденному к 7,5 годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты мандарины с сильным запахом спирта. По обоим фактам проводятся проверки. Марина Ханиева, начальник пресс-службы СИН России по Республике Мордовия.